Да, не пошло что-то. Бывает. Да. Вы не хотели там это пострелять в кого-нибудь? Разулю. Пострелять? Не, пострелять я точно нет. А мы, может, разули фак постреляем? Не-не-не-не-не, я что-то не хочу. Я бы тоже пострелял, тут у меня охота. Тут такое говно, ребят. Вообще дерьмо. Ладно, пойдем разок, ребят, постреляем. Все, пойдем. Спать уже. Пойдем. Сейчас пока дал на рекламную паузу. Вообще, я рад, что наконец-то закончился этот турнир, блин. Да, конечно, ты расстроен просто, Кекс, ну расстроен, согласись. Не, я не расстроен, меня маленько фон гнетет, что остальные все молча поливали из конфы. Сам я не расстроен, этот турнир меня достал, он так долго длился, вот. То, что нормально. Ну, вторую игру, когда мы, блин, вели 15 тысяч и не могли почему-то подраться нормально. Откуда ты знаешь, что 15 тысяч, а? Я ж стрим смотрел на втором мониторе. Ах ты ж, блин, стрим-снайпер, нахуй, поганый. Не, ну ладно, давайте. Да не, Максим зашел. Максим зашел, сказал, короче. Четвертый в тачку засяду. Давай, четвертым будешь, все правильно. Потом пойду посмотрю Game of Thrones. Девятая серия. Winner, 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 floppy winner, sloppy winner, winner, winner. А смотри, ты тоже South Park любишь смотреть? Да, люблю, люблю. Ждем продолжения сезона. Так, я готов. Что-то они тянут долго. А в игрушку играл South Park? Не, не играл. Не пожалеешь игры, если у тебя будет время. Очень прикольная игра. В духе этого мультика. Прям вот просто прейдж. Понял. Так, ну чего? UK 4, поехали. Все готовы заходить? Вопрос такой. Сейчас. Я не знаю, у меня... Зашел. Последний раз в серьезные игры играл, Кекс, работать будет? Или перезапустить? Нет, ну, конечно. Мод отруби и все. У тебя же Battle Royale выключен, правильно? О, тут народу, по-моему, не все успеют. Все, я уже не успел. Я точно не успею. Я тоже не успел. Ну, давайте ждем. Я выхожу тогда. Сейчас. Блин, на Леоне я вообще что-то ничего сделать не мог. У меня 0, что-то там 1-1-1 стата. Да, у вас дизейблов не было ни хрена. Типа, у ну них, да, мы об них этом... замес, у вас плохо все. Ну, мы типа... начали, типа, в конце либо Расту, либо Леона, потому что у нас вообще дизейбла не было. Но мы думали, чтобы чем-то хотя бы можно было. А. Можно было, кстати, теорика взять еще. Ну тогда бы Леви не гонял. Ну, хрен с нами. Я чувствовал себя очень... Леви, ты как-то очень хуёво погонял, я тебе так скажу. Я вообще что-то не знаю. А почему Игорь решил сделать себе линку? Не знаю. Да я думаю, тут не в этом дело, ни в каком-то не в этом, делал, но просто интересно, ты выбрал артефакт, когда ты чуть не с полов только два, по сути, у противника. Это Гаш и Cold Snap. Не, ну, я просто спрашиваю. Вообще, этим билд можно, конечно, критиковать Игоря, потому что у вас там, типа, вроде как рановато довольно пушит, а у него мидас и линка, много денег, мало пользы. А чё вот, чё с Леви мог сделать вообще? Он подходит, бьет мне лицо. Так он с этим, он с Санчер Смэшем, ты просто стреляешь, не стреляешь, типа, если он подходит... Сапогом же. Если он же сапогом. Подходит далеко, типа, должен подключаться Вивер здесь обязательно. Ну ладно, короче, закинули. Вторую надо было тащить просто. Типа в один прекрасный момент просто взять и убить его. Ну мы убили его в один прекрасный момент. Ну и все, чё-то такой прекрасный там, у него шестой почти. Тебя, конечно, Вивер не слишком сильно Тайдхантер гоняет. Я помню, стоял Тайдхантером против Геомансера с Леоном. Вот это был пиздец. Там реально просто подходишь, все, тебе пиздец. Тут Геомансер вообще не отпускает, кем бы ты ни был. Ну что, мы все готовы? Я готов почти. Так, ну там, блин, только сервер открылся, сразу набежала туда куча народу. Ну вот есть UK7, там 2 из 36 скоро закончится. Блин, мне показывает, что у меня что-то не работает, все серверы красные. Что надо Кекс сделать после того, как вот с этих серьезных игр вышел? Мод убери просто. Просто мод включаешь, тот включаешь.
Так я сделал это. Ты убрал в консоли то, что ты приписывал строчку вот эту? Мод? Да, 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 убрал. Ну тогда все должно работать. Ну верни Battle Royale, включи и все. Так я сделал вроде это. Сейчас еще раз. А, вот. Сейчас будет работать. Я так понял, Altis сервер убрали, да? Ну что-то потестили, наверное, какие-то выводы сделают. Дальше там что-то будет, наверное, думать. Что-то пошло не так. Кекс и Дред оба проиграли свой турнир из-за армы. Ну вот, значит, пойдем в арму играть. Ой, я даже пишу арма. Я хотел в арму написать. Так. Арма всему виной. Я готов куда-нибудь заходить. Пока еще нету серверов. А вот мы можем на хардкорном пойти, тогда не обновляйте этот список серверов. Вот сейчас найдите сервер UK Hardcore 6 и не обновляйте. UK Hardcore 6, так, нашел. Все, все нашли? Да. Угу. Я скажу, когда на меня нажать. Понял. Регуляр? Не, хардкорный. Нашел кекс? Нашел. Жмите на него. Не обновляй список. Жмите. Тук не, не обновляйте. Угу. Все, мы с Дредом здесь вдвоем. Факер здесь. Верку 2 здесь. Все, все здесь. Здесь все! Четко, парни, четко. Четко могем. Нет. Так это таким способом можно хоть десятером успеть на один сервер. Смотри, Макс, я приду за тобой. Макс. А. За мной придут. Да, это парень был. Он ни разу еще не приходил. Ну, блин. Раз в год... И это самое? Да, и приходит. Раз в год и Макс, я приду за тобой, придет. О, ну давайте одну какую-нибудь каточку попробуем ее сделать интересную. Кекс, ты стримишь сейчас, не? Не-не-не. Если сдохну, надо же как-то это посмотреть за тобой, может быть. Да, я чувствую, я первый сдох. Почему? Я хочу пострелять кого-нибудь. Хотя нет, из пулеметиков... По-серьезочке сейчас с пулеметики. Хотя, все. Знаешь, кекс, получается так, когда мы по-серьезочке, мы закидываем, а когда мы на яйцо летим, о, машина, о, давай первым будет, о, ящик, о, пулеметики, вот давай еще пулеметики. Здесь да. У нас 5 пулеметов было. 5 пулеметов, 3 еще какие-то пушки крутые. Причем, да, все крутые, топовые. Снайперская одна пушка, то есть... Две. У меня снайперская в рюкзаке и в руках была. Да, я там с этого пулемета охерел, когда просто залп давал по грузовику, они все нахер взорвались, там, ёбаный рот, что случилось. Я при том, я как понял, то ли я этого чувака через грузовик убил, прошил просто, что, в принципе, теоретически возможно. Нет, я его убил. А, ты убил его? Да. Понял. Я вышел, он стоял, смотрел на машину, я в него начал стрелять. Кстати, Максим, это ты был? Чё? Не, говорят, с моим ником кто-то был, я спал в это время. Короче, я вышел, во-первых, он вышел, начал идти на меня, я понимаю, что все, я в машине выживу, типа, вот. Ну, короче, там неправильно вообще мы сделали. Я выхожу, и он как бы спиной ко мне стоит, смотрит на машину за руль. Я его в спину стреляю, в спину ему, так. Он даже не поворачиваясь, я умираю, короче. От чего, от взрыва? Я не знаю, от чего я умер, я просто... Наверное, от взрыва, я тебя ебанул, я там просто начал, ну, короче... Ага. Хрень какая-то вышла. Ну, я же не знал, сам понимаешь.
А как мы, подожди, это настраивались на игру? Что мы там хотели делать? Мы как-то все, давай затащим. Не, блин, типа, все, на яйцо. А потом, на да. яйцо. А, все, го на яйцо, да. И потом, ой, я первый на школе, давай туда, у, давай, 5 пулеметов. Не, ну надо это по ситуации играть. Покажем красивую игру, попробуем красиво сыграть. А почему, о, вот, начинается. Так, все. Хардкорный. День, хардкор, все как надо. А, ну не день такая, вечер. Вечереет, ребят, вечереет. Не, вообще-то, Андрей, 3 часа 10 минут. Это просто дождь идет. Да, просто дождь и тучи. Так, что как быстро все. Летим нормально? Тучи. Как бы узнать еще? Вроде нормально. А, не-не-не-не-не. Я вижу землю! Твою мать. В окошке. Где ты на пилоте сидел? Не, я в окошечко видел маленькое. Максим, давай. Ну, опять не доконтролил тачку, сука. ЕК-7 хардкор... А, много. А, фуловый, давайте еще раз по такой же фишке не обновляем. Пиздец. А, ну ЕК-6 такой же будет. Охуеть, блять. Thanks for playing Battle Royale. No problems. Fuck you. Yeah. Имей. Все, не обновляем сейчас так же, зайдем. Да как не обновлять-то, его нету, в принципе. В... Есть. Не, у меня есть. Есть регулар. Не, у меня есть. Есть UK6 хардкор. У меня нет UK6 хардкор. Значит, обновляй, мы тебе скажем, когда будет. Ну или на общих условиях, фак. Все умрут, приятного просмотра. Ну да, типа того. Да, в натуре просто шейкера гудку. Вот это бы порешало, это нормально было бы. Так, парень, ну у меня сервер пропал, я чуть рано крикнул, преждевременно и... А когда надо кликнуть? А надо кликнуть, ну, секунд через 15. То есть, сейчас? Да, можешь кликать на него, и он тебя будет выдавать, не удалось соединиться, ты еще раз кликаешь. Нет, мне написал, сервер закрыт настоящий. А, значит, ты тоже преждевременно. А, вот он, сервер, так это я нашел. Сейчас. А я не нашел его, что-то мне его нету. Он снизу сам появляется, он может баганулся вообще. Вот, UK6 хардкор, понял. На следующий момент сервер закрыт. Ну это сервер, с сервером что-то. Если он так закончился, может он вообще не появится. Ну там еще будет, он 3 человека. О, да. Есть Урал сервер 66.ru. О, Урал, блин, на нем как бы шансов нет. Battlefront. На Урале там совсем все серьезно? Там вообще Урале, все. Там все, как Максим Гудок, там все сидят, все знают, что куда там. Это все. 2 пулемета там можно как по-македонски с пулеметов стрелять, короче. Причем сидя в машине. Там вот это вот настолько жесткий, что все там на расстоянии 1.5 километра с пистолета с глушителем там в голову. Так, вижу UK6 хардкор, но он закрыт пока. Yeah. Да, он закрыт, он забаговался. Короче, сейчас будем на FR3 пробиваться. На регулар? R3. Да. 2 из 36 у меня там. Да, ну на него. Регулар. Надеюсь, они быстро закончат. Ла. Скоты. Блин, я так много еще хотел сегодня посмотреть, всего так зеваю уже. Че хотел? Ну, хотел Бэткомедиана посмотреть, Game of Thrones и Мэдисона на FIFA. А, Game of Thrones, да там херня в этой серии, но... Не, давай не будешь говорить, что там в этой серии, я просто... Да забей, там даже никто не умрет. Кроме... Ну чё, блядь, сериал в говно скатился, блядь. Кроме этого, как его, который на замке-то этот. Ну я в МДК видел там какую-то фотку мёртвую. Кикни его уже, Андрей, кикни, блядь. Ты тоже смотришь, Андрюх? Да. Забейте, ничего интересного. Уёбок. В чем смысл, что самолет падает? Ну вот так вот. В чем рандома определяется победитель? Просто. Жалко, самолет нельзя спрыгнуть. Видишь, он падает, выпрыгиваешь, открываешь парашют, и ты победитель. Или твоём. Спрыгнуть можно, но без парашюта. Это плохо. А, можно выпрыгнуть? Вроде да, вроде кто-то выпрыгивал. Да.
Видимо, капитан. Не, нельзя, если ты пишешь, ты если дисконнектишься, просто тебя выкидывает. А, ну меня выкидывало просто из самолета. Да, я, кстати, вдвоем с чуваком летел один раз. И парашют не открыть. Нет, а почему он открывается, почему нет? Понял, нормально. У тебя есть парашют? Нормально вдвоем в Battle Royale играть. Да, но я ливнул в ту катку, я помню. Это, кстати, может, на Алтисе было. Бля, очень хочу Алтис. Просто пиздец, как хочу увидеть Алтис. Кейка, мразь, я ж не сказал, что его убьют. Кого убьют? Просто всех убьют. Да нет, ты все сказал. Подумаешь, всех убьют. Всех убьют. Все умрут. А, точно, там же... Вот, я вспомнил, кто-то умрет. Вон. Всем отрежут пенисы. Приятного просмотра. Блять, уже бы на тачке ехали бы, куда-нибудь. Так, а что мы ждем? Вообще не ждем. Ждем сервер, сейчас будет. Я могу отойти, да? Нет. Не, не можешь. Пока так мы не на сервере, не надо никуда отходить. Ты. Давай только быстро, давай. А, не, быстро я не могу. Не, тогда не отходи. А. Тут же сейчас сервера очень быстро набираются, вот там проблема. FR3 2 из 36 до сих пор. Терпилы какие-то сидят. Кекс, вчера на коксе с другом ёбнули штук 10 повстанцев и получили бан на неделю. Не знаю, да. Зачем это, что это, но... Дебильный сервак называется. К вашим услугам. Типа, знаешь, как там... Знаешь, почему их забанили? Потому что они не подошли и не сказали, это наша точка. Они их просто убили. А если бы они подошли и сказали, это наша точка, те бы сказали, нет, наша, они бы начали стрелять, тогда бы нормально было. Ебануться. Да, да, вот поэтому и... Там парень сервер появился, UK6 хардкор. Успеем? Два человека. Да, поехали. Ты обновлять что ли надо? Да. Так, я зашел. Обновление получасовое, ладно, сейчас попробую через Shift Tab. Максим зашел. Я зашел. Факер зашел. Кекс не успел, наверное, да? 32. Почему у меня сервак обновляется? Ладно, давайте. На другую не выходите, только, не выходите. Сука, я вышел. О, зашел, Берку 2. Зачем? Он же только что стартанул. Там еще один слот есть, Макс. Я по IP пробивался, у меня очень быстро получалось. Освободите Максу слот, например. Товарищ Макс, я приду за тобой. Там много серверов сейчас будет, можно выйти. Сейчас будет 3 сервера сразу. Макс, заходи, заходи. Вышел, Макс. А, вышел. Присоединись. Вы думаете, я один вот это кликаю так, да? Нет. Ну я просто по IP кликал, я бы точно пробился. Там типа один сервер. Все, я вышел, короче. Теребоньку, ну все, да. Я тоже пошел. Клавиша. Уёбки, блять. Не могут даже освободить. Ну, ребят, ну в самом деле, да мы же не будем будет играть, если вы не будете. Да забей факт, что ты объясняешь. Ай, конченый. Факер горит. Так, обновите разок опять. Да. UK12 будет. Регуляр? Нет, хардкорный UK12. Да. А, вижу. Как вечный сам. Урал сервер 66.ru. Yeah. Там новый БФ показывают. Ну, говорят, говно полное. Кто БФ? Кто такой? Этот. Battlefield? Да. Блин, да ну, четвертый тоже калом был. Я проиграл в компании, это просто пиздец, блядь. Если в Call of Duty хотя бы сюжет интересный, то, блядь, то, что пиздец, в Battlefield, факт, это просто. Когда ты успеваешь, ты больше всех нас в Dota поиграл. Еще и какие-то другие игры успеваешь поиграть. Ну, потому что я только играю в игры. Что ты аналитик, ты должен быть в курсе. Хожу на работу, да, у меня нет... Все готовы, что кликать? А да. Я, фак, не играю в Dota и не хожу вообще никуда. Я что вообще делаю? Может, ты спишь?
О, кстати, спать мое любимое занятие. Почему в Battlefield просто все бегают и стреляют? Никаких объектов, вертолетов, ну, там так видимо, далее. Бетка или что-то такое. Ну чё, можно, как по-моему. Я первый. Фак, давай. Сейчас. You are the champion, my friend. Пожалуйста, типучий фак. UK 12, я его... Ага. Я прошу тебя, фак, сделай это для нас. Фак, я умоляю тебя, ну пожалуйста. Ну, я зашел. Фак, ты зашел? Фак, ты зашел на хардкор. Не удалось соединиться. Фак, еще раз, пожалуйста. Фак, ну, давай! Есть факер, да. Yeah, man, nice. Петюня. Тут видит в списке такой вопрос. Просто вы... А, вижу. Факер, пинг 40. Говорят, в Украине все плохо. Пинг 40. Бля, давайте этот самолет полетит вверх, пожалуйста. Так, закачка. Спорим, сейчас кто-то из нас вылетит, там коррупция даты какая-нибудь. Corrupt. Бля, corrupt очень не хочется этого, хочется поиграть. Да. Факер, почему у тебя такой ник, спрашивают? Так случилось. Фейкер, потому что. Не, факер. Факер, понял. Факер, Легион Командер, да. Блин, как это писать? Там Ctrl-Shift, что ли? Enter, что ли? Блять, не помню. Так, судя по звукам, ночь, что ли? Не-не, сумерки. Вечер. Так, ну давай, Game Reached, это хардкорчик. Стрим выключи на Гудгейме, слышу, рот. Так, парни, в окна смотрим, чё мы там, как это? Землю видите? Я не вижу ничего. Вроде нормально летит. А передо мной сидит какой-то чувак, который тупо открыл рот и смотрит на других людей. Да я головой в сторону мотаю, нет? Не знаю. Так, ну что, давайте падаем там, пылесосим всю карту. Минус 5, ребят, изи. Что такое? Минус 5 уже сделали. А что, на школу или на перекресток? Решайте быстро. На перекресток, конечно. Перекресток. Перекресток, семинар. Какие еще минус 5? Вижу машину. Где машина? После вышки. Вижу. Останкино, попытайся туда полететь. А кто там открыл парашютом Останкино? Ебать людей на Останкино, больные. Фак, не больные, а просто ДЦП.
Сори, это было грубо, наверное, с моей стороны. Вообще, да, я что-то решил не делать замечание. Там квадрик, кстати, вот кто-то на него приземляется. Ага, вижу. Блин, а чё скорость 30 км в час? Ну ё-моё. Это парашют или, блин, тряпка? Давайте все тогда стараемся в сторону Останкино двигаться. Давайте. Там еще... На квадрик два человека сразу прыгают. Один причем заводил его, один за это. Короче, нет, второй не успел. Не друзья, походу. Главное не разбиться сейчас. Маленькая, 8 км, 6, все, сел, так. Побежал, все нормально, живой. А Останкино никто не залезал? Нет. Мне до этого Останкино... Я не видел, что на него побежал. Останкино это шестая, да? Да. Да. Но тут просто номера, я так понял, на всей карте могут совпадать. Мы поэтому так называем. Потому что на яйце там что-то тоже... Не, номера не совпадают у вышек. Вот отдельные, которые стоят, они не совпадают. То есть есть вторая, есть пятая, есть шестая. Я не помню, что такое вторая, что такое пятая, но... Я, походу, зайду в систему. Пятая, третья, по-моему, на яйце стоит. Яйцо ты хочешь занять или что? Не, я Останкино зайду сейчас. Ой, Останкино, да. А я машину взял. Машину взял после этого, первый поход. А где? Ну, после Останкино. Куда ехать за вами? Макс, я на Останкино, да? Прям. Я только к Останкино бегу. Андрей, ты где? Быстро. Хорошо, я к Останкино, короче, бегу. Сейчас я нахожусь немножко от него восточнее, на 37-49, на пути к этому, к... причалу этому санову. Короче, да. Я к Останкино подбегаю, его вижу, в принципе. Ты видишь? Ты, то есть, снизу там, с холмов бежишь, да? Ну... Фак, ты по дороге идешь? Да. Вот, я на дороге. Слушай, это ты на тачке? Это ты, Андрей? Да. Остановись. Это я. Не на дороге. Это я. Все, давай. А вот. Ты, Андрей, где? Вот, я слева подбегаю. Ты видишь, это я сажу тут факера? Да. Все, Макс, выходи тогда. Я выхожу. Короче, тут фишка в том... Тут ничего нету. Сел, Андрей? Сел. Фишка в том, что в аэропорт приехала, полетела человека 3 на парашютах и один на квадрике. Значит, нам туда не надо идти. Я... Ну давайте быстрее тогда. Я спускаюсь. Тут вообще нихера нету. Один голяк, Вермин один лежал. Вермин это очень хороший. Ну вот там сзади чел, по-моему, за нами бежит, можно ебануть. Вниз спустился. Забей. Макс, давай быстрее. Че, на водилу садится? Не-не-не, быстрее. Все, сел. Такой, ну ладно. Чё, у меня статистика... Вот уже... Бригада! Кто-то летит там еще сверху, или что это за хрень в небе? Да. Это птица, это самолёт. Нет, это какой-то... Знаешь, куда можно съездить? Mm-hmm. Блин. Нет. Понял, да, куда ехать? Ну, я вот куда еду, примерно. Тебе нравится? Если выпрыгивать, то говори там сразу, да? Да. Я написал. Ну не выпрыгнул, тут лох. Не тот лох, кто это. Ты уверен? Ну, мне кажется, да. Мне кажется, там много. Такое. Не, я туда не хочу. Это вообще самое мясное место. Ну, нас выкинуло под школу, над школой прям. Так туда кто-то побежал сразу, я понятно. Я приду за тобой, был убит. Во-во-во. Этот чувак постоянно умирает первый. Он сегодня к там тоже сходил, Макс, когда тебя не было. Аккуратно его веди это. Я стараюсь, я профессионал. Андрей не даст соврать. Я понял, куда ты идешь. Да. Колесо не сломал сейчас, а вот сейчас. Выходим, выпрыгиваем. Выпрыгиваем. Ой, парни. Что за физика? Я вообще не жал на газ. Физика, блин. Как мы так подпрыгнули? Фьюел на ноль там, да, на красном? Не, джин. На ноль бежим. Когда фьюел красным, тогда наебанет. Джин, походу, нет. Нам надо не на 0, нам надо на 40. Нам надо водителя нормального, чтобы Максим садился, блядь, вел нас. Какой Максим? Он, блин, каждый раз взрывается, еще больше. Ай, Макс. То есть, Андрей, хорошие моменты, когда я в прошлые две катки нас возил как лев, ты не замечаешь. А вот как только, блин, физика подводит нас, сразу... Вы что там бежите так медленно, слышишь? Я в бинокль смотрю. А физика, извини, плохая тут. Ну ты же сам видел, что просто... Там чувак какой-то бегает, я вижу. Пацаны, походу интересный кат. Вон он бегает, вы видите, там все в воздухе как бы висит, и чувак бегает. Не, чувака не вижу. Вижу, что все в воздухе висит, чувака не вижу. Он зашел туда. Вижу, на квадрике едут бегочки по дороге. Пускай они друг друга все убьют, а мы заберем дроп.
Макс, ты что, если что, разберешься с ними? Не, что, мы дальше бежим, да? Гермин — это топовая пушка, что ты, блин, это? Да вроде это... бежим и бежим. Гермин вообще топовая, у него, во-первых, отдачи нет, она стреляет прямо в цель, у нее патроны нормальные, там, снаряды. Блин, ну я прям вообще не жал. Кто остановился? Да я. Прям вообще не жал. Так, ты ржешь, слышь, я дорога такая здесь, что ли? Туда третьего лица не посмотреть, подойти. Да, ну, блин, голыши, голожопики мансовать будет. Вермин, я говорю, это топ вообще, ты зря это. Она вообще топовая. Она и редко попадается очень, поэтому. У нее, я с нее стрелял, короче, в этом Вейстленде, она вообще без задачи стреляет, и прям вообще очень точно. Так, Макс, ты там где? Я бегу сзади. Сейчас давайте, знаете, как сделаем. Если там кто-то есть внутри, вы... Там есть. Инфу будете давать, но не будете заходить внутрь. Вон, Вайв сидит, мне там только что умер. Кто-то взорвался. Угу. На гранате какой-то. Кто-то стреляет, и его, кого-то убили там только что еще. Сейчас. Значит, мы идем куда народу. Надо, походу. Чтобы новую начать? Да. Конечно, блин, факер водить не умеем. Да, физика просто. Не-не, факер водить не умеет. Умел бы водить, взял пару. На вышку забираете, что ли? Я нашел. О, а тут есть сюрприз. Сюрприз, мазафака. Так, я тоже около вышки. Там еще есть какой-то сюрприз? Нет, тут одежка еще есть. Одежка. Что, что было? Чё? Там калаш я взял. Понял, пойдем чистить. Сюрприз. Одежку давай. Я тоже, наверное, возьму. Так, давайте, за мной. Угу. Хотя Андрей лучше отвернуться, чтобы не подглядывать. Почему не подглядывать? Лучше, чтобы стрим-снайпер не узнал. Макс, а ты где? Я вот поднялся. Я с главного буду, наверное, заходить. Ну, около песка прям. С главного? Давай. Вот смотри, видишь меня? Посмотрите меня. Да мы не видим, мы тут вообще ничего не видим. Я понял. А, вон, видим. Ой, ну ты далеко. Понял, да? Да. Кто бежит? Лучше голый не заходите внутрь. Я отбайчу. Просто инфу давайте, да. Да, просто инфу, главное внутрь не заходить, чтобы мы... Один открыт здесь домик. Этажным никого не вижу, что-то. Так, факер за мной идет, все. Угу. Еще смотри, не заходите. Вот чел какой-то внутри с пушкой выбегает сейчас с главного. Садится на квадрик. Не, не садится, зашел. Вижу, 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 вижу. Не вижу. Где? Поднимается на вышку поднялся он. На какую вышку? Стоит. На зеленой вышке рядом с красным большим зданием. Он стоит на втором этаже. Блин, так мы на этой вышке. Мы рядом с красным да. зданием. Не, он рядом с главного. Общего его, убил, убил его. Еще кто-то тут может быть, нет? Я на вышку поднимаюсь. Я полутаю. Давай. А где ты его убил? На какой вышке еще? Этот был, короче, на этом самом, на юго-восточной части Рогейна этого. Ну, инфу давай, мы, короче, около белого здания убили чувака. Тут два квадрика и бэха, ребят, тут народу явно много было. Я в белое здание, Макс, ты где, чтобы я тебя не убил? Я около выхода прям, главное, так, стою. Мне чё, тоже что-то залутать бы. На вышке там есть, то нет? Надо почистить сначала, а потом хотим лутать. Стреляют по мне откуда-то. В белом здании, минус, минус. Еще кто-то по мне стрелял, по-моему. Не, я убил всех вроде. Так, я около белого здания. Кто-то здесь еще. Я бегает. В белом здании внутри. Убил кто-то чувака. Два трупа. Нужно бело-красное здание, да? Да-да-да. Захожу. Там у кого указатель. Так. Так, мне нужны бинты, ребят, срочно. Он мне попал в ту запах. Не, я смотрю, тебе не нужны бинты. Тут дальномер, кстати, есть. Нужны, дай мне, если у тебя есть. Вот там, где я стою, я выложил один. Так, я на белом здании, короче, хочу что-то найти себе. Я в зеленое пошел здание. Так, это кто здесь у нас? Это ты, Андрей, бегаешь в голову? Да. Ребят, тут еще сейчас будут гости. Так, надо быстрее лутаться, уходить, зачем нам тут оставаться? Я в зеленом здании. Да-да-да, у меня есть калаш, мы можем уже на нормальную точку пойти отвоевать. Так, все, может это... Выбегаю. Я все, готов, у меня есть. Белые штомики все почекали? Я нихера да, не успел они все почекать. Все открыты. О, дальномер, а что этого не берете? Да, дальномер я взял один. Да, ой, стрелял. Кто по мне стрелял? По мне кто стрелял? В доме. Я не стрелял. В зеленом я зашел, но, по-моему, по мне... Это вы на меня смотрите? У машины кто? Вы? А машина я, блядь. А я кто ушел. По мне стрелял? Я не знаю, я с пистолетом с глушителем, я пошел в маленький домик. Ребят, я забегал в домик, который около машины, и по мне стрельнули, алло. Я не стрелял, у меня пистолет с глушителем, это очень я был тоже я. Не из-за этого, из-за... Около моего домика. Около моего домика, прям.
Короче, видите вот эти маленькие домики? Я то ли да, в первом, да. то ли во втором. Около меня кто-то стреляет. Понял. Пакер, ты вышел с главного входа или нет? Я вышел. Я в зеленом стою. Он прям передо мной! Он хочет прострелить меня. Так, а ты где сам? Я в доме! Я, блядь! Ты кому это говоришь? Тебе, который по мне стрелял. Короче, а блядь, сейчас друг друга переебашим, просто здесь так будет продолжаться. Кто по тебе стрелял-то? Вы где вообще? Ты по мне стрелял, из дома прямо. Я в домике! Ну, ты из него в меня хуярил, я около главного. Блядь, я ни в кого не стрелял, ты в порядке вообще? А, понял, я забьюсь и в домике сидел. Вот вы сейчас кто-то передохнул. Вот он, я в него стреляю, понял? Убил кого-то, убил? Хуй знает, да, его убил. Убил написано. Пиздец, я думал, ты в домике сидишь. Я говорю, в крайнем, ты слушай инфу, алё. Значит, он конченый, блядь, не убил меня, у него МК была. Здесь, ты ему еще и говоришь, зачем ты это? Так, все, давайте... Тогда быстрее. Давайте я у него М-ку хотя бы заберу, мне хоть что-то надо. Я забрал, сейчас верно, скину. Эху берите там, сейчас я бинты проверю во втором это. Подхожу к квадрику, выкидываю верно. Блин, был бы вообще фейл, если бы он тебя убил. Хотя я тебе М-ку могу дать. Давай, я хоть что-то мне, давай, Макс. На, М-ку держи и патроны к ней. Рабочая М-ка? Угу. Верно мне, кстати, не понравилось. Как я бы Бермин топ, говорю, инфа 100. Она бахает. Мне надо перевязать, мне надо перевязать. У меня нету бинтов. Тоже надо быстрее уходить. Ну пойдем. Я в бэхе сижу, готов. Да, я тоже в бэху сел. Нету бинтов. Я краснищий. Нет вообще бинтов. А я не могу сесть, не могу сесть. Я тоже не могу. Видите, вот. Я выйду. Я сел. Пассажир. Воняет от меня, наверное. Все. Да и не пахнет, что? Не, нормально уже. Бинты надо срочно. Так. Да, здесь, конечно, разборочка такая интересная была. Мы с пушечками, можно уже ехать куда-то. Не, ну Максим, я прям слышу, орёт, я ему говорю, он меня не слышит, и я понимаю. Я думал, это ты по мне хер. Я же сказал, я в крайнем закрылся, блин. Он да рядом там. Что ты закрылся? Так-то он тоже в вагоне сидел, блядь, закрытым. Он не в крайнем сидел, он в центральном там. Так, надо еще что-то лутать, если на бомжи. Ну вообще-то бомжеватые такие, да, у меня только М-ка. А, у меня дальномер, калаш, прицел такой себе, и два этих. У меня просто не очень. А у меня есть ИК указатель. У меня это который я оставил, ты доел его. Доел, да. Ну поехали что-нибудь еще отбирать, отжимать. Нет, тут, конечно, народ бомжеватый был, у них реально только пушки и все. Так что, Вермин по сути тащит, получается? Ну, Вермин, я у него зажал сразу. Вермин топовая. Во-первых, она стреляет без отдачи, даже стоя. Она стреляет очень точно. Тут, кстати, это очень решает. Чем снайперские отличаются, они очень точно стреляют. Вот, во-вторых, у нее калибр там нормальный, там револьверный. Пульки как это? 45 АЦП. Блин, Макс там горяш, и мы еще за топ-3 должны играть. Ой, что такое, блядь, с тачкой? Выходим. Вот топ водила. Ой, блядь, выходим! Фьюл красный! Кто-нибудь шел и сдохнет. Максим, ты... Ну чё, Андрей, кто тебе больше нравится, а? Нравится тебе, Максим? Ребят. Почему не отошли-то? Она перевернулась, блядь. Ты когда сказал выходим, я вышел, и я полетел. Я летел, сломал ноги и не успел отбежать. Ладно, я погнали еще одну. Погнали еще одну. Андрей, пизду, не... уже много времени, уже пора спать. Погнали уже. Еще одну. Нет, ну что, это катка, что ли? Блять, ну вот я... Может быть, любая хуйня в таких катках. Это просто пиздец. Нужно много времени, чтобы задрачивать. Так что я пошел, в общем. Спасибо, пацаны, за катку. Реально, просто уже до хуя не спал. Хочется спать очень сильно. Ладно, парни, все, давайте, счастливо. Давай. Так, ну и вам большое спасибо, друзья, что смотрели. Сейчас напоследок трехминутная рекламная пауза завершающая. И до новых встреч. До свидания.